Вот, дождались. Дождались самое выносливое финиша промежуточной точки. Это город Мурманск. Подъезжаем уже близко к городу. Сейчас пригород. То, что большой город, на трассе можно определять не только по карте, но и по, например, вот столбы освещения, автобусные остановки. Это все говорит о том, что вблизи уже будет что-то большое, какой-то большой населенный пункт. Ну, в данном случае... В данном случае город Мурманск. Я уже забил в навигатор место привала. Долго выбирал, долго ковырялся. Но в итоге посмотрите. Серия будет короче обычной. По-моему, меньше часа она будет. Значит, с левой стороны населенный пункт Кола. Сейчас будет левая развязка и левый поворот. На трассу Кола, кстати, после развязки название меняется, будет называться уже не трасса Кола, а Кола подъезд к Мурманску. Кола подъезд к Мурманску, тоже Р-21. Ну, я попробую, конечно, диктовать название улиц, по которым проеду. Или сейчас я, по-моему, буду перестраивать. По-моему, сейчас буду перестраивать навигатор. Более-менее интернет работает устойчиво, поэтому начинаю искать место для ночевки, для привала. Хотелось выбрать так, чтобы был вид на море, на реку, в общем, на водную поверхность. Выбирал и... Посмотрите. 13 километров. 17 километров до... Выбрал парковку. 13 километров или 11.
bad. Фотография вроде бы этой парковки приличная, там и море что-то видно, еще. Не повторяйте мою ошибку, не ведитесь на вот такие вот рекламные вещи. Значит, с левой стороны развязка, и с левой стороны район Южное Нагорное и микрорайоны 311, 310, 312. Если бы я на развязке ушел вот налево, как вот говорил, то прошла бы дорога через Южное Нагорное, через мост, по мосту через реку Кола, или как она еще называется. Ну, а там дорога уходит неизвестно в куда, и пришлось бы возвращаться. Должен сказать, что я еще дома перед стартом пытался найти место. Сначала выбрал парковку возле крупного торгового центра. Но это было правильное решение. Но почему я изменил свое решение, сейчас уже объяснить не могу. Выбирал. Ну, красивый подъезд к Мурманску. Напомню, что эта дорога называется Кола, подъезд к Мурманску. Да, если бы я нашел бы то место, где останавливался раньше на ночевку, да, на привалы, вот. Там вид просто был потрясающий на горы, вот. Но вот так вот, мягко говоря, просчитался, а еще лучше сказать, лоханулся. Я проезжал по этой дороге, когда шло строительство. 190 километров. Запас хода. Кстати, с дороги временами видна панорама города. Но на видеорегистраторе это не будет заметно. Ну, там уголок, кусочек. Тут не разглядишь, не рассмотришь, конечно. Так, сейчас начинаю разворот.
И вот в этот момент видно будет немного панораму города. Вот сейчас будет правый поворот в город, и вот как раз кратковременно откроется панорама на город. Ну вот немного панораму города видно. Но здесь негде остановиться, чтобы снять видео или фото. Город как на ладони. Почему бы тут не сделать смотровую площадку, например, для автотуристов? Так, это сейчас двигаюсь по улице. Как же она называется? Что-то я потерял курсор. Ага, вот она. Это Нагорный проезд. Слева торговый центр «Форум». Здесь можно было бы спокойно остановиться на ночевку. Какого черта я поперся туда? Ну, бог с ним. Ну, наверное, сказалась усталость. И то, что здорово разочаровало это место. Так, по Нагорному проезду спускаюсь и въезжаю на Кольский проспект. Это вот на Кольский проспект. Движение по Кольскому проспекту. Ну вот, например, сейчас с правой стороны хорошая парковка. Можно было бы остановиться. Но я был одержим тем, что хотелось увидеть море, чтобы из автомобиля можно было снять. Так, сейчас поверну направо на улицу Зои Космодемьянской. Уже заканчивал переходить дорогу, оглянулся и с таким видом, типа, ну, с таким, ну, не знаю, как сказать. Так, улица Зои Космодемьянской. С левой стороны 8-й микрорайон. С правой стороны ГСК 355. Так.
Это город Мурманск. Двигаюсь в поисках. Так, это Мурманск. Я не планировал заезжать, но на трассе. Пересекаем морскую улицу. Я знаю, я там был. Неплохое место, замечательный вид с парковки на горы. Но тут, как я увидел на фотографии, вид на море. Призрачная мечта увидеть море в Мурманске, в городе. Улица Ломоносова. На горах, на холмах. Так, левый поворот на улицу Капитана Пономарева. Улица Капитана Пономарева. Проеду немного вперед, левый поворот. Но это снова будет Кольский проспект, но уже движение в обратную сторону. Ну вот, снова поворачиваю на Кольский проспект. И в ожидании... В ожидании шикарной панорамы на море. Совсем немного осталось. До финиша остается несколько сотен метров. Поворачиваю сейчас направо. Ну вот, повернул направо, и чтобы увидеть шикарный вид на море. Через 200 метров поверните налево, во двор. И что я вижу? Вместо моря, вместо океана, вместо... Что я здесь вижу? Сам вот... Ну вот, поворачиваю во двор, поверив рекламы, вместо шикарного вида на море, на океан, я вижу вот что. Спасибо. Первая парковка, это ваша. Ну, плевался я там недолго.
хрень какая-то, блин, а не парковка, блин. Это я уже перестроил навигатор, чтобы подальше от этого места. Выбирал. Ну, я потом пожалел, что... Да, выбрал. Что пожалел, что не поехал на то место парковки, на то место ночевки привала, которое выбрал, ну, еще находясь дома. Так что вот легкомысленное... Поступил, и в итоге это называется 9-й микрорайон, улица Полярный Круг. Замечательный Полярный Круг. Улица так называется. Ну, это промежуточная финишная... Это промежуточная знаковая точка Мурманск. Отсюда я начну старт. Буду стартовать в сторону Магадана. Ну, все. Сусанин. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы заехал на стоянку возле крупного торгового центра. Там и на людей можно было бы посмотреть. Вот привел меня там такая шикарная реклама, фотография, вот, стоянка охраняемая написано, потом эвакуатор, ну то есть все дела, а на самом деле я не помню даже название этой компании, этой фирмы. Ну, запомните адрес: улица Полярный Круг. Ну вот я снова выдвигаюсь в сторону, двигаюсь к Кольскому проспекту. Но город Мурманск, как и Владивосток, как и Магадан, как и многие другие города крупные, вот, местность холмистая, подъемы, спуски, тут довольно-таки сложно, я думаю, ездить зимой, когда осадки, когда гололед. Но люди приспосабливаются. Итак, я снова на улице, называется
Кольский проспект. И двигаюсь в обратном направлении. По той же дороге, по которой ехал сюда, возвращаюсь опять на объездную дорогу. Ну, дороги неудивительно, что не очень хорошие в городе. Это беда всех, в основном всех городов. Взять практически любой город. Сейчас с правой стороны за этой заправкой ледовое озеро. Его не видно, наверное, будет. Такое небольшое озерко городского значения. Ну, вы видели, да? Какую-то хрень. В дворе, блин, а фотография там вообще... Ну, купил он, купил. Лоханулся я. Бывает. Я давно в Мурманске был. Наверное, лет 5-7 тому назад. Был и в зимний период, и в летний период. Так. Что, выезжаю назад. Поверните налево. Вот и вся экскурсия по городу Мурманску. Да, тут не предусмотрели эти вот площадки для того, чтобы проезжающие или приезжающие люди могли остановиться и полюбоваться панорамой города. Такого здесь, к большому сожалению, нет. А вид с трассы просто дух захватывает. Практически попал, блин. Весь город как на ладони. Да, попал, братан. Не надо было выпендриваться. Один раз проложил маршрут на стоянку торгового центра там или куда и поехал бы. Нет. От хорошего стал искать лучшего. Но вот в итоге получил. Радар работает, кто-то стреляет на скорость. Хорошо. Но это еще не все. Следующая серия, 34-я, снова вернусь в город. Снова
воспользуюсь услугами этого нафигатора, Яндекс.Нафигатор, по которому попробую заехать. Да не попробую, а заеду на заправку. Бензина в баке мало. Сегодня спускался. Ай. Вид, конечно, потрясающий. Вот сделали бы здесь с правой стороны площадку. К сожалению, нет пятачка, чтобы остановиться. Заснять. И место есть, и... Все, сделайте площадку, поставьте там кафе, там, мотель, не знаю что. Будет самым популярным местом. Но бог с ним. Ну, снова я на дороге. Кола, подъезд к Мурманску. Сейчас будет левый разворот. Стороны сейчас заеду на площадку. Площадка. Сейчас буду выбирать место, где остановиться. Пойду договорюсь. Заеду на территорию стрелкового тира. Потому что тут, во-первых, шум от автомобилей проезжающих. Во-вторых, не та стоянка, блин. Ветер сильный. Кстати, ночью температура опустилась, по-моему, до минус 4 градусов. Режим записи. Ну, пошел уже, сходил, договорился. Режим записи. Да что такое? В общем... Договорился тир, там у них собаки охраняемые. Тут молодежь может приехать, орать, блин. Разорутся, как хрен знает, кто и не выспишься, не отдохнешь. Ну вот, ребята, добрые души. Где лучше? Давайте 200 рублей, приедем вам. Смотри, вот здесь 40 будет у нас сидеть. Нет, 200. Да ну нет у меня 200. Сейчас, подожди. Торговля, сдачи не было у него. Он предложил прямо вот возле будки здесь остановиться.
Вот. Ну а тут мне не очень понравилось, поэтому я проеду чуть дальше и остановлюсь там. Ну, ночь. Она там стоянка неохраняемая, шпана, блин, приедет, только разбудит, настроение испортит. Поэтому лучше отдать деньги. Ну, здесь и спокойно будет. Ночь прошла спокойно, вполне рядом туалет, умывальник теплый. А можешь возле сторожа оставить, можешь вот четыре машины поставить. А где туалет, умывальник? Вот это здание проходишь и сразу направо. За этим, да? Да. Вот это здание проходишь, сразу направо. А там забор есть? Нет, там направо сразу туалет, умывальник там. Ну, я там я встану тогда. Что ближе к туалету. Все, благодарю, дружище. Ну вот и все. Это точка промежуточного финиша. Город Мурманск. Завтра с этого места я буду стартовать. Все, до следующей серии, до завтра.